О том, что будет буквально сегодня днем, никто нам рассказать не сможет. Никто, кроме астрологов. Может, стоит прислушаться к этим советам? Для Овнов день сегодняшний подходит для того, чтобы договориться с кем-то о сотрудничестве. Удастся достичь взаимопонимания с теми, с кем прежде не раз возникали серьезные разногласия и конфликты. Деловые отношения становятся менее формальными, в общении с коллегами и партнерами можно позволить себе дружеские нотки. Тельцам сегодня стоит быть внимательными. Практически все, что вы делаете сегодня, очень важно и может иметь серьезные последствия. Не стоит участвовать в сомнительных начинаниях, особенно если вас пытаются привлечь к ним люди, чья репутация давно не безупречна. Попытки быстро разбогатеть едва ли увенчаются успехом. Близнецам сегодня стоит внимательно изучать любую ситуацию. Советы едва ли будут полезными. Сегодня их дают люди, которые ко всему относятся слишком легкомысленно. Очень неровно складываются отношения с близкими. Вы то отлично ладите и понимаете друг друга с полуслова, то ссоритесь из-за пустяков. Отличный для работы день сегодня у раков. В профессиональной сфере складывается много новых возможностей. Если в последнее время отношения с коллегами были не лучшими, сейчас можно найти общий язык и обзавестись союзниками. Руководство обратит внимание на ваши достижения. Не исключены финансовые поощрения и карьерный рост. Очень плодотворный день сегодня у львов. Вы настроены решительно и сосредоточены на достижении своей цели. Не исключено, что нужно будет заниматься какими-то сложными, запутанными, утомительными делами. Благодаря знаниям и опыту вы справитесь с ними куда лучше, чем ожидали окружающие. Часто помогают окружающие женщины. Девы сегодня могут столкнуться с трудностями. К сожалению, это не тот день, когда вы можете получить все, что захотите. Дел будет очень много, успеть все едва ли удастся. Так что лучше расставить приоритеты и сосредоточиться на самом важном. Сегодня весы будут активны, решительны и действовать быстро. Звезды к вам благосклонны, и благодаря их поддержке многое получается хорошо. Но все же не старайтесь объять необъятное. Нужно обратить внимание на семейные дела, не исключены неожиданные и слегка пугающие перемены в деловой сфере. У скорпионов сегодня важный день для тех, кто стремится к успехам в работе. Сосредоточьтесь на профессиональной деятельности, тут можно многого добиться, научиться тому, что вскоре будет полезно, познакомиться с людьми, которые в чем-то помогут. Не всегда достичь успеха легко, но если вы приложите усилия, то не будете разочарованы. Стрельцы сегодня говорят и делают то, что считают нужным, мало беспокоясь о том, понравится ли это окружающим. Как ни странно, это никого не раздражает. Напротив, ваша честность и прямота кажутся очаровательными. Кто-нибудь наверняка проникнется к вам особой симпатией. Благоприятный день для делового общения сегодня у козерогов. Встреч с потенциальными партнерами и работодателями. Не исключены предложения о сотрудничестве. Некоторые козероги получат возможность заняться тем, о чем давно мечтали. Водолеям сегодня стоит сохранять спокойствие и благоразумие. Не позволяйте фантазиям и иллюзиям сбить вас с толку. Не все идет так легко и гладко, как вам хотелось бы. Чем раньше вы поймете, что появились проблемы и займетесь их решением, тем быстрее ситуация изменится к лучшему. У рыб сегодня удачный день, позволяющий решить многие важные задачи. Вы успеете больше, чем планировали, потому что не захотите тратить время зря. Выберите самый короткий путь к цели. Сегодня можно строить планы на будущее, их удастся воплотить в жизнь с легкостью.